пятом. В области обнаружен враг. Всем бойцам доложить обстановку. Говорит штаб. К вам направляются корабли. Мятежник под вертолетом!
точки в точке контакта. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Кто-нибудь живой? Отвечайте! Вожак революции!
появляются корабли. Примите к сведению. К вам выслана поддержка с моря. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Говорит штаб. К вам направляются корабли. Сестер.
А вот это настоящий генерал. О, как я... Силы поддержки с моря.
А вот и я! Центр. Мы его поймали? Что происходит? Доложите. Привет, Рико. Ты мой герой. Аника, Шелдон и Луч. Это еще что? Родригес, видишь вон там? Похоже, какой-то научный объект. Верно, Техас? Это СКАТ, прибрежная исследовательская станция. Один из трех крупных объектов в бывшей системе корпорации Итан. Для закрывшейся компании она неплохо выглядит. Они занимались исследованиями погоды и электричества. По слухам, они пытались управлять молнией. Но около 20 лет назад что-то пошло не так. В результате они устроили мощную электрическую бурю. Она полностью их поглотила. А теперь, бац! После последнего крупного шторма они вернулись. Одну штуку, правда, они сделали хорошую. Она называлась «Искорка Идан» — чумовое оружие, стрелявшее молниями. Знаешь, кто еще заинтересовался? «Черная рука». Значит, у «Черной руки» теперь есть оружие судного дня, и это под боком у Медичи. Я скоро вернусь. Эй, крутой парень! В одиночку-то нифига не справишься. Кроме того, у них, похоже, есть такая серьезная хрень, как портативные баварьевые щиты. Я бы не прочь их получить.
Луч любезно согласился сделать тебе крутой катер, чтобы разобраться с черной рукой. Насколько я понимаю, тебе нужно что-то быстрое, маневренное, с огневой мощью. Вот мое предложение, Родригес. Мы вламываемся, мочим всех плохих ребят, ты забираешь игрушку-молнию, а мы с Лучом и Шелдоном делим баварию добычу. Идет? Давай-ка все проясним. Вы даете мне крутой катер, я спасаю Медичи и получаю за все это молниемет. Я согласен. Родригес, мои ребята сейчас доставят тебе транспорт. Отлично. Куда? Техас, координаты есть? Держи, ковбой. Итак, куда мы направляемся? Давай по порядку, Родригес. Чтобы у тебя был хотя бы шанс, тебе понадобится катер побольше. Нам нужен был этот самолет. Родригес, мои ребята сейчас доставят тебе транспорт. Отлично. Куда? Техас, координаты есть? Держи, ковбой. Итак, куда мы направляемся? Давай по порядку, Родригес. Чтобы у тебя был хотя бы шанс, тебе понадобится катер побольше. Говорит Луч. И обязательно побольше. Быстрее, прочнее, больше огневой мощи? Да. Звучит неплохо, Луч. И что тебе надо? Тебе нужен мой уютный магазинчик, где можно раздобыть подробную информацию и разные военные штучки. Я слышал, что наши приятели из Черной Руки строят супербыстрый реактивный катер. Агентство уже давно положило на него глаз. Его перевозит грузовой самолет. Прибудет совсем скоро, омбре. В общем, Рико, делай, что умеешь. Угоняй самолет, кради катер, привози его Лучу. Говорит Луч, штурмовой катер без оружия — это просто катер. Мне нужно вооружение, ракеты, пулемет. Шелдон, ты сказал, что достанешь. Как? У меня все схвачено, мой друг из бывших коммунистов. У дяди Шелдона есть связи. Так займись этим, дядя Шелдон. Рико, ты займись самолетом. Луч, просто сиди на месте. Итак, Рико и Луч, вы знакомы? Да, мы с Лучом работали вместе. Недолго. Говорит Луч. Да, очень недолго. Визуальный контакт с целью. А мы плана получше не могли придумать? Не могли. Это наш единственный шанс. Упустишь самолет, суперкатер не получишь. Шелдон, какая... Я опоздал на самолет! Какая у тебя информация по этому самолету? Меня будет встречать целая делегация? Да, об этом не беспокойся. Это обычный грузовой рейс. Просто залетай туда, и они от страха обделаются. Попался.
заурядного транспорта, Шелдон. Что? Что за дерьмо? Родригес, быстрее выбрасывай груз! Черт, так и не узнаю, чем в фильме все закончилось. Меня. Тебе понравится, Луч? Говорит Луч, это хорошо. Но у меня так и нет оружия. Где же оружие? Уже занимаюсь этим, лучником. Вы, русские, можете хоть иногда немного потерпеть. Не получится вот так вот щелкнуть пальцами и получить высокотехнологичное секретное оружие. Так что пока я его не раздобыл, сидите тихо. Я скажу, когда закончу с покупкой. Конец связи. Аника, что дальше? Коды доступа. Черная рука заблокировала скат после захвата. Мой отряд выследил одного офицера безопасности черной руки. Пришлось вам поработать. Специальная доставка для господина Луча. Моя команда уже на месте. Ждем только тебя. Говорит Луч. Да, этот катер то, что надо. Эй, Луч, зачем ты это делаешь? Говорит Луч, Тайма всегда о тебе отлично отзывалась, Родригес. Она сказала, что без тебя мы не справимся. Именно поэтому она попросила помочь тебе на Вигелаторе. Так вы уже знакомы? Говорит Луч, мы работали в одном здании, стали друзьями. Потом я помог ей сбежать от Диравелла. Отличная работа, Луч. Так я достоин звания самого безвестного героя в мире. Приходится самоотверженно работать за кулисами, чтобы все почести принимал великий Рико Родригес. Я раздобыл кое-какое оружие для катера и сбросил его с твоим другом Лучом. Так что у вас будет вполне себе партизанский отряд. Шелдон, если ты хочешь сейчас клясться в верности и преданности, думаю, что у нас не хватит времени на это задание. Да и вообще на задание. Поехали! Конвой на пути к твоей позиции. Заложи взрывчатку на мосту и подорви ее по моей команде. Когда они окажутся в ловушке, мы ударим. Ждем, Рико. Ждем. Давай! Мы упустим!
Так, поехали. Конвой на пути к твоей позиции. Заложи взрывчатку на мосту и подорви ее по моей команде. Когда они окажутся в ловушке, мы ударим. Ждем, Рико. Ждем. Давай! Баба! Это все. И где коды доступа к скату? А я откуда знаю? Ищи чемоданчик или что-то в этом духе. Чемоданчик? Готово. Хорошо. Смотри, нужно попасть туда. Для второго этапа нужно угнать катер черной руки. Шелдон расскажет остальное. Говорит Шелдон. Направляйся в сухой док черной руки. Наверняка там есть что-нибудь подходящее для угона. Так, значит, в этих сухих доках они ставят так называемые генераторы электрического поля на свои... Если вы, ребята, хотите пробраться на скат, то серьезной проблемой для вас станет последний атмосферный модулятор корпорации Итан. После того, как разразился шторм, у них возник какой-то электрический феномен под названием дифференциальная разрядка или как-то так. В общем, большая жарилка полностью спятила. То есть, если подойти близко, тебя поджарят, так? А что с черной рукой? Рад, что ты спросил, Омбре. Прикрепи один из генераторов к своему катеру, сплавай на скат и вернись до того, как тебя поджарит. Да, эти генераторы нивелируют разницу потенциалов и не дают атмосферному модулятору разрядиться на твою лодку. Точно! Шелдон, а тебе-то с этого какая выгода? Гордость от того, что делаю мир лучше, Омбре. Я здесь, чтобы этот молниемет не попал не в те руки. Ты меня знаешь. Да, я тебя знаю. Я делаю это не ради того шведского пирата, это уж точно. Да мне плевать, ради кого ты это делаешь. У нас у всех свои причины.
в сухом доке. И я здесь не один. Ага. И желательно, чтобы черная рука не прознала о наших планах. Понятно. Здесь не один. Ага. И желательно, чтобы черная рука не прознала о наших планах. Понятно. Доки, и я здесь не один. Ага. И желательно, чтобы черная рука не прознала о наших планах. Понятно. Вернуть его. Штука-то здоровая. Один из моих летит к тебе на вертолете. Остальное сам додумаешь. Говорит Луч. Может использовать трос, чтобы перетащить генератор вертолетом? Должен выдержать.
Говорит Луч. Может использовать трос, чтобы перетащить генератор вертолетом? Должен выдержать. Генератор электрического поля у меня. Неплохо, Родригес. А ты чем занималась? Да так, просто захватила катер черной руки. Еще один катер. Ракетный катер, это слишком очевидно. Он должен атаковать и сеять хаос. Это катер, Рико. Но чтобы проникнуть туда, тебе понадобится другой. Эдакий троянский катер. Все это часть плана, Родригес. Говорит Луч, ракетный катер почти закончен. Нужно еще время. Последнее. У меня есть модуляторы голоса, которые использует черная рука. А, будет весело. Цель нейтрализована. Облажался. Снова. Ты промахнулся. А, так что у нас здесь? Ладно, еще раз. А, отлично, готово. Ну, что там видно, Луч? Теперь у тебя есть движок от истребителя,
улучшенное управление и, конечно же, ракеты. Теперь ее нужно как-то назвать. Это катер, но с ракетами. Может быть, ракетер? А что если? Что если? Лучедор! Итак, поплыли на скат. Посмотрим, чем там черная рука занимается. Отличный план, если хочешь умереть. Что она сказала? Она сказала, рули лучше. Эй, ты меня знаешь. Шелдон, ничего не хочешь добавить? А вот что мы знаем. Базу скат окружают 5 станций-сателлитов. Отлично охраняемые черной рукой. Не знаю, как здесь все устроено, но это своеобразная система безопасности для большого атмосферного модулятора над базой. Пока мы не добудем из них данные, любой незащищенный объект рядом будет в яблочке. Ну, какой план? Бери ракетный катер и разберись с этими станциями. Потом начнется настоящая работа. Ты хотела сказать «Лучедор»? Не проблема. Эй, Луч, а что в ящике?
Штаб, к вам направляются корабли.